Добрый вечер, с вами Зонг, и мы открываем новую главу в нашем прохождении игры Home Planet. Если в начале игры и большую часть повествование носило такой характер батл фантастики, а потом немножко скатившись в сумрачность, то теперь у нас полноценный этап тайных миссий. Конспирация и еще раз конспирация. Если вы любите точечные удары и стелс, вам это понравится. Теперь, господа, мы приступаем к выполнению второй части нашего плана. И для этого двум кораблям нужно будет вернуться на Клотто. Что? Внезапный удар по тылам? Браво, Риф! Не совсем, генерал. Это вылазка несколько иного рода. Мне нужно полноценное звено девианских перехватчиков. Если на Клотто нас не ждут, то все должно сработать. Корабль-носитель «Хантер» и линейный крейсер «Ховард» должны внезапно напасть на орбитальную станцию «Девиан» и захватить вражеские перехватчики. Полковник Эшли, руководство этой операции я поручаю вам. Слушаюсь. Пилотов, которые пересядут на «Инферно», возглавит этот молодой капитан. Он за короткое время уже успел полетать почти на всех наших кораблях. «Рекс», «Слайдер», «Драйзер», «Зонг». Еще и бомбардировщик. Да, еще и «Паларма». Черт возьми, мне нравится такой уровень адаптационных способностей. Генерал Белведер, у вас снова возражения? Нет, никаких возражений. Просто количество еще не означает качество. Качество я имел возможность оценить лично. Думаю, с управлением вражеского перехватчика он быстро разберется. Так вот, как только раздобудете «Инферно», уходите. Сначала запутайте следы, чтобы вас не вычислили. А потом отправляйтесь в систему «Сабик». Я вас там буду ждать. У меня все. За работу, командиры. Лучше бы они взяли Девил, а не «Инферно». Станция «Вулкан». Такой некий аналог «Девиан» нашей станции «Прометей». Единственное, чего я здесь не понимаю, у Ховарда есть лазерная пушка. Что ему мешало подойти поближе и расстрелять неподвижный корабль в доке? В этой миссии уже напарники у нас обычные. Я все-таки попал! Есть, попала!
смотришь? Я тоже так когда-нибудь на массаже. Везет ли сегодня? Еще один корабль сбил. Так ты их, молодец! Она правда уничтожена, полковник. Присылаю десантный транспорт для захвата базы. Врага, прикройте ребят. Есть прикрыть ребят. Эх, зря ракету потратил. Всем внимание! К противнику идет подкрепление. Ускорьтесь! Немножко ускорю время. Кажется, я врезался в базу. Ты там на меня батоны крошишь. Это было довольно просто.
Хорошо, ребята, все идет по плану. Инферно скоро будут наши. Ливень, срочно возвращайтесь на корабль-носитель. Плохо только, что это была последняя миссия на Зонге. Но очень долгий период времени. Продолжение смотрите в следующих сериях.